Привет всем, привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Варя, и сегодня у нас снова видео болталки. Первое, что бы я хотела поговорить, это то, что я сейчас научилась видео делать одним дублем. То есть я вот сейчас снимаю для вас видео и вообще его не монтирую, потому что на моем компьютере такая проблема, что на него не качаются никакие монтажные программы. Я скачала хорошую Movavi Video Maker, по-моему. Она была платная. Я скачала, и, понимаете, она у меня не работала. Господи. Я не знала, как дальше быть, потому что жалко, платная программа. И я так подумала, пока не могу найти хорошую себе программу, которая не будет зависать на моем компьютере, я буду снимать все одним дублем. То есть я уже надвигаю себя на то, что вот, сейчас снимаем один дублем. В уме так примерно представляю, как будет построено видео. И уже потом я его снимаю, и оно у меня получается одним дублем. Следующая новость, о которой я бы хотела поговорить, это то, что скоро лето. И я сейчас пытаюсь заснять намного больше видео, чтобы потом, потому что завтра у нас годовые по математике, вот, и поэтому я начинаю готовиться к этому. Вот, надо было сейчас поехать. Продолжаем. И сейчас я попытаюсь заснять для вас как много больше видео, чтобы летом их можно было просто выкладывать и не заморачивать. То есть насняли много видео, на компьютер скинули, и пусть оно там хранится, а мы на карточку мы снимать. Видео, которые точно будут, это... Ну, мое рабочее место, что на моем телефоне, что я еще хотела. Лайк, вот эти, знаете, мне понравилось, я еще не знаю, как ее назвать. Также будет очень много кукингов, челленджей, вызовов, тегов, но они уже будут на разных местах, потому что не только на моей кровати, а на разных, потому что мы уезжаем в деревню, и... фон будет чуток другой. А также я думаю, хочу создать отдельный канал, где я буду, знаете, выкладывать видео о влогах, чтобы не засорять влогами вот этот канал, а на нем уже вести полноценно единое видео, а на другом канале уже выкладывать именно эти влоги, которые я хочу. Я еще не подумала, либо они будут выходить каждый день, но я, наверное, чеканусь монтировать. Или они будут выходить примерно 3-4 раза в неделю. То есть, вот, например, в понедельник вышло, во вторник нет, в среду вышло, в четверг нет, в пятницу вышло, в субботу нет, в воскресенье вышло, в понедельник нет. То есть вот так вот чередовать, то есть да, нет, вышло, не вышло, вышло и вышло. И также у меня такая проблема с каналом Sony. Я его создала. Но проблема в том, что туда невозможно загрузить видео. Видимо, я его как-то неправильно создала. Не знаю. И он мне пишет, вы не можете выложить видео на этот канал. Я такая, вроде бы контент есть, все есть. Я уже баннер там сделали, и все на свете. Но не работает. И из-за этого у нас пока что-то ничего не продвигается. Да. Также скоро выйдет видео про фикс прайс. А точнее, в следующую пятницу. Это у нас будет 28-е? 27-е? Или 28-е? 27-е. Или 28-й, я не в курсе. Летом также у меня будет очень много выступлений. Например, в это воскресенье мы выступаем.
2 июня мы выступаем. 3 июня у моей сестры выпускной из садика, и знаете, младшего корпуса, он старше переходит. 14-го день рождения у моей подруги. Потом в июле я опять в городе. У моего папы в июле день рождения. В августе у моей тети день рождения. И вот, если честно, все любят июль. Жара, середина лета, все в таком духе. А я обожаю август. Не за то, что там вот погода такая более прохладная, а из-за того, что ты начинаешь готовиться к школе. Я не в том смысле, что вот начинаешь зубрить, а покупать канцелярию. Ну, у всех разные мечты. В том числе. Капец. Выключите сигналку. О, я сейчас знаю, какую. Сигналку выключу. Ну, но все равно слышно. Ща. Опа! Ну, допустим... меня снежок чуть не съел. В общем, допустим, как назло, ее вырубили. Также 24-го мы уже сдаем учебники, то есть как-то... И мы как бы не понимаем, может быть, было бы прикольно, если бы классный час сделали... Вот нам сказали, что мы не будем учиться 30-го, 31-го. Но 31-го мы приходим в школу, и у нас 3 часа классный час. Мы такие думаем, а почему не сделать классный час в последний день учебы? То есть последний день учебы у нас это будет 28-е, все-таки это суббота, значит 27-е это пятница. И вот остаться на 30 минут, объявить оценки и уже спокойной душой всем разъехаться куда надо. Но, к сожалению, не все так просто. Это, наверное, все, о чем я хотела поговорить. Все новости. Следующее такое же видео выйдет точно ровно через месяц. Спасибо, что смотрели меня. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. На этом все и всем пока-пока. Снежок, скажи пока. Пока-пока!